Доброго дня. Вот сегодня столько рыбки поймали. У меня ездил гармонист с другом. Посмотрели по барометру. Вроде давление хорошее. Приехали, посмотрели снова на барометр. А давление падает. И рыбка, по идее, должна уже не ловиться. По сравнению с самодельным барометром видно, да, полосочку в трубочке, водичка там вот сверху. А когда давление повышается, с трубочки в эту бутылочку уходит водичка. Вот такой предсказатель барометр показывает правильно, что на стене, что самодельный. Всем пока-пока.